Итак, всем доброе время суток. И сегодня займемся разгоном карточек. Карточки сегодня будут на примере 1050 Ti и 1060 6-гиговые. Память, к примеру, на 1060 у меня Samsung. И она может подняться до стабильных, чтобы без сильной зажарки, у меня до 1500. Ну, я не хочу сильно шарить, может, 1600-1700 она держит у меня, но все в пределах разумного. У меня есть загрузочки, сразу показываю, какие загрузки. То есть, вот я экспериментировал, типа, 1400, но я, в принципе, 1500. Фан я оставлю 75, и Power Limit у меня 75, ну, в основном лучше 80, чтобы был стабильный хешрейт. И нажимаем принять. Так, выбираем наш клеймор и выберем что-нибудь. Тут, например, эфир классик. Смотрим. До этого стояла манерка. Манерка у меня выдает где-то вот так. И смотрим, что сейчас будет. Так. Смотрим. Так, пошли смотреться. Так, док-файлы. И ждем. Так. Я вообще не на клавиатуру поставил, что-то не глюканула. Так, пароход, баги. Ждемсик, ждем. Так, ну вот, ушло температура. И сейчас посмотрим, что нам по хэшам даст. Ну, в основном, у меня 24 выдает. То есть 23 там, до 24. Сейчас поднимется и будет 24 в основном. Так, ну, в принципе, надеюсь, все понятно. Так, в принципе, да. Так, очищаем и смотрим, что здесь у нас. Так, переходим опять же на эфирчик, чтобы. И здесь настроечки у меня уже есть загружены. 1050 под эфир. То есть у меня 1600, 75 фаны и Power Limit 55. Что-то мне кажется, не 55. 65, кажется, я оставил. Ну, сейчас проверим. Так. Ладненько смотрим. Ну да, вот 23. В основном 23 по 24. Но я не люблю шарить. Здесь у меня получается по 15. И вы. Вот того. Здесь ставим, собственно, Power Limit. Я убираю на 55. Фаны ставлю 75. И память выкручиваю на 1600. Одна память у меня стоит Samsung, это на полит. Полит у меня получается. Полит у меня. Вот это у меня полит, а это у меня получается MSI, и там у меня память, кажется, микрон. Ну, все равно держит 1600, в принципе, по памяти неплохо. Дальше я не хочу гнать, стабильно работает, не сильно греется, и все, зашибись. То есть вот такие настроечки выдерживают 1050 Ti. Кстати, полит у меня получается с доп. Питанием, а MSI без доп. Питания. То есть там двухвентиляторная, черная с белым. То есть можно посмотреть, примерно она вот такая у меня. То есть вот такая 1050 Ti. Может, здесь в отзывах и есть даже какая там память стоит. Памяти тут не написано. Ну, непосредственно держит на ура. То есть никаких глюков,
MSI или Polit. Ну, даже обсуждения такие есть. В принципе, я доволен этими карточками, что Polit, что MSI. В принципе, все хорошо. Это у меня все MSI тоже. Одни двухвентиляторные и одновентиляторные. Кстати, мне больше понравились одновентиляторные. У них как-то система охлаждения раздувает во все стороны. И они не такие, кажется, горячие. И по хэшам все, в принципе, одно и то же. Да и поменьше один вентилятор. Те два вентилятора. Дует вверх и по бокам, а там в разные стороны. Ну, собственно, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.